Карты угловые исполняет именно Чижга. Вот, показывает, что-то идут обозначения. Идет передача на переднюю штангу. Пятка! Пятка! Гол! Вы слышите, как взрываются трибуны? Да! Отличная комбинация! Блестящий удар и вера! Вера! Шикарная поддержка. Сквернюк подает, идет подача. И что же, мать! Получите, это Кирилл Шрейтер. По прическе вижу. Именно он поражает ворота брещан. И счет уравнивается. Сейчас показали болельщиков команды Белшины. Да, там сейчас там 6. Вот классно! И что же сделают они? Да! Это гол, уважаемые друзья! И неужели это дубль? Я вам могу сказать только одно. Шикарная комбинация. И счет становится 2-1.